Простой и доступный электрический чайник из нержавейки для дома, офиса и дачи. Сегодня знакомимся с электрическим чайником от производителя Starwind, модель SKS-2051. Рассмотрим его подробнее. Комплектация стандартная. Чайник, подставка, инструкция и гарантийный талон. Корпус сделан из нержавеющей стали и пластика. Чайник выполнен в черном цвете с матовой поверхностью. Ручка из термостойкого пластика не нагревается при кипячении. На ней расположена кнопка включения. Пластиковая крышка внутри покрыта нержавейкой, что предотвращает прямой контакт пара с пластиком. Открывается она нажатием кнопки, расположенной на ней же. На корпусе под названием бренда находится красный индикатор работы прибора. Сетевой шнур не очень длинный, 75 см. На дне подставки есть отсек, в который его можно смотать. Максимальный объем устройства 1,8 литра. Этого хватит на 9 кружек чая. Мощности в 1800 Вт вполне достаточно для такого объема. Воду можно заливать через широкий носик. Отметим, что фильтр от накипи здесь не предусмотрен. Как и все современные чайники, он вращается на подставке на 360 градусов. Прибор автоматически отключается при закипании. Он также оснащен защитой от перегрева. Чайник отключится, если в нем нет воды или ее мало. Производитель рекомендует очищать чайник мягкой влажной тканью и вытирать насухо. Для удаления накипи лучше использовать раствор лимонной кислоты. Чайник Starwind SKS-2051 – простой и доступный вариант для использования дома, в офисе или на даче. Корпус сделан из долговечной и безопасной нержавеющей стали, а объема 1,8 литра хватит на чаепитие большой компании.